Анна Демірполат – сімейний психолог, арт-терапевт. Є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Доброго ранку, дякую, що завітали. Тож тема актуальна, знаєте, напередодні Нового року для всіх батьків. Ми сикаємо цією темою, коли і чи варто взагалі говорити, що Діда Мороза не існує. Давайте розбиратися. І от коли ми мовчимо, кажемо, що його не існує, чи обманюємо таким чином наших дітей, чи ні? Да, сначала для себя нужно хорошо понимать, для чего вообще что-то создается в мире, да, то есть во всем есть какая-то функция, в том числе и в вере Деда Мороза, и в Снегурочку, и в других сказочных героев. На самом деле у ребенка до 6 лет очень развиваются фантазии и воображение. И, кстати, как раз с помощью сказочного мышления ребенок больше познает мир. То есть он же там же в сказках узнает, как взаимодействовать, как общаться, как понимать друг друга, правильно, как справляться иногда с трудностями. Поэтому это необходимое такое сказочное мышление. В том числе и у Деда Мороза есть некая функция, что он приносит в жизнь ребенка. Подарунки, сказку, ту саму казку. Сказку так? И чудо. Угу, то, что чудо. Может что-то случиться чудесное в мире, да, что всегда возникнет какое-то что-то необычное, радостное в моей жизни. Вот уже это имеет свой оттенок и во взрослой жизни. То есть если ребенок верит в сказку, в определенные вещи, да, до какого-то возраста, конечно, есть какие-то рамки, мы сейчас о них поговорим, да. Вот, но тем не менее, вот эта вот вера в чудо, она также дает психологическая вера, да, некая укрепившаяся, нейронные связи укрепившиеся, про то, что чудо может быть. Она также дает веру и нам в то, что некоторые вещи могут как-то сложиться так обстоятельства, что если я буду что-то делать, то у меня что-то и получится. Угу. Правильно? Ведь это не какое-то волшебство. Откуда мы знаем, что оно действительно получится? Конечно, мы прикладываем к этому усилия, но никто не знает будущего. Правильно? Абсолютно. И поэтому, да. Например, ну посмотрите, даже на нас взрослых, мы когда загадываем желание на Новый год, где-то каким-то чутьем мы все равно верим, что все оно сбудется. Так загадываем, да, что конечно, что конечно. Или что-то планируем, мы думаем, так, обстоятельства складутся, что я достигну этих целей в своей жизни, да, уже так по-взрослому цели ставим. Но, тем не менее, некое мифическое мышление в то, что они сбудутся, иногда такие цели чуть-чуть завышенные ставим, там, заработок побольше или еще что-то, дом купить, да, например. Но, тем не менее, вот это именно самовера является целью, да, которая у нас держится, и чем она крепче, тем она больше нас мотивирует двигаться вперед. Поэтому, в некотором смысле, такая вера в Деда Мороза, она очень полезна. Однако, конечно, существует некие какие-то возрастные рамки. Можно понаблюдать, сколько, ну, до какого возраста дети какими историями сказочными увлекаются. И мы можем так в среднем видеть, да, что если про сказки, то даже еще в школьной программе, например, третий класс, это как раз возраст 9 лет детям, 8-9, иногда 10 лет, да, там еще дети вообще-то читают сказки. Да, и да. На самом деле разбираются в смыслах этих сказок. И наверное, в пятом читают. Да, но там уже частично их уменьшается количество. Да, да. Да? Вот. Поэтому если говорить про такое вот мышление сказочное, то дело в том, что, смотрите, оно держится очень-то крепко, это 5-6 лет, потом потихонечку оно уменьшается, и, например, уже к возрасту там, 10 лет дети что читают? Больше историй про каких-то таких героев, такие, как и они, и эти все истории больше как-то привязаны к реальности, то есть какие-то реальные истории, реальные больше трудности, хотя тоже с оттенком сказки, потому что они также научают через эту сказку. Поэтому функцию Деда Мороза мы поняли. Так, так. Все-таки вона необхідна. Емоції. Угу. Да. Ну, до якого віку? От, наприклад, 10 років, а дитина ще вірить. Да? Цього року запитує, ну що, ми будемо писати лист? Написали, холодильник, зранку заглядає, ну що, забрав дідусь? Ну, як? Наче по 10 років це вже пізно. Тим більше, що в класі багато вже ніхто не вірить у Діда Мороза. Як бути батькам в цьому випадку? Да, вот здесь вот как раз у многих заботливых родителей вызывает это много тревоги. Скорее всего, здесь надо попереживать за родителей, потому что они переживают. Ну, дивишься, так наивно кажешь, ну что, ну вот як бути в цьому випадку? Да, но на самом деле как-то ребенок жил все эти периоды, и абсолютно нормально для ребенка встречаться с какими-то кризисами в течение жизни. Некоторые кризисы, они даже природные. Например, родители там переживают, что ребенок встречается со страхом темноты, и он сильно там боится этого страха. Или какое-то время ребенок начинает спрашивать родителей, мама, с вами все будет нормально, мама, если ты пойдешь на работу, ты вернешься, да, и мама сразу, да, что, что, да, действительно, это и есть некая такая, опять же, внутренняя психологическая матрица, которая ребенка начинает работать, и он же как-то справляется с этими трудностями, и кто, конечно, помогает? В первую очередь родители.
да, то есть они в этом участвуют. И очень важно, как родитель отнесется к этому периоду небольшого кризиса в жизни ребенка, точно так же, как и со знанием про Деда Мороза. Да? Поэтому это знание важно, как оно будет просто преподнесено. На самом деле ребенок готов его встретить. Бывают, конечно, случаи, например, если сильно опекающие родители, и, например, ребенок абсолютно не имеет никаких функций самостоятельности, да, например, там, за него там, с ним уроки делаются практически за него, все его оберегают от всех трудностей, в школу водят его только родители, и так они отпускают никогда, никуда, нигде, то есть никогда ему не говорят, не надо тебе пока никакими взрослыми вещами заниматься. И тогда для ребенка, конечно, эта идея про сказку, которая будет разрушаться с помощью Деда Мороза, будет шоковая такая в некоторой степени. Но мы говорим про стандартные, да, то есть про стандартное развитие. И здесь просто важно, что, во-первых, у детей возникает уже сомнение, что есть ли Дед Мороз, правильно, уже в каком пространстве, ихнего класса, друзей. И ведутся размовы, так? Уже, да, конечно. Поэтому некоторые сомнения, уже запас прочности у ребенка есть. Так, что все-таки... Это пингрунте. Да, оно уже сформированное. И эти знания все равно витают в воздухе, он об них все равно уже готов их как-то немножечко принять. Поэтому на что обращают внимание родители, это только на то, что с некой такой нежностью и заботой преподнести ребенку эту идею, что да, его не существует. Но поверь, как бы это была действительно для тебя замечательная сказка. Смотри, сколько лет ты верил в такую замечательную историю. Тебе приносили подарки, желания сбывались. И вот ты знаешь, в жизни это тоже очень ценно. Иногда верить, что сказка есть. И например, когда ты вырастешь, то наверняка ты захочешь тоже делать подарки. И в семье, например, мы будем продолжать делать подарки, они никуда не денутся. То есть некий, да, запас прочности, что все-таки то подарки, функция, чудо. Функцию Деда Мороза я возьму на себе, в принципе, как и было. Да, всего, теперь так? родители возьмут функцию Деда Мороза. Смотри, ты тоже даришь подарки. И это будет в виде, например, сюрпризов. И это так здорово, это так приятно. В нашей жизни мы этот праздник хотим оставить. И Новый год всегда будет тем праздником, где будут сбываться какие-то мечты и твои желания, если ты чего ты захочеш, ми будемо з тобою як-то вместе пытаться, щоб вони осуществились, наприклад. Ну, а це краще розповісти, от сісти і поговорити, чи в якійсь ігровій формі, чи може між якихось справ, от щоб так легенько, да, пояснити їм, як це краще. Посмотрите, то есть сам, это, не, может быть, не, если уже смотрите, видите, что там ребенку там, да, 11-12 лет, он все верит, наверное, уже имеет смысл сесть отдельно и поговорить, да. Но чаще всего все-таки это происходит с некоторыми там сомнениями, и во время Нового года, все равно будут какие-то разговоры про Деда Мороза, про Снегурочку. Можно найти просто момент, когда выбрать его и поговорить, да, про то, что все-таки правда это или нет. То есть выбрать момент действительно такой, который будет подходящий. Ну, например, не перед самым Новым годом, чтобы не портить настроение. Все-таки здесь очень много напряжения и радости вот именно в том, что он придет. А, например, когда уже все прошло, страсти улегли по поводу Нового года, и, конечно, уже можно выбрать, в принципе, время за каким-то приятным чаепитием. Да? Вот, то есть, і вже поговорити на цю тему. Да. У нас є опитування, що Миколаївці думають з цього приводу. Давайте переглянемо, потім продовжимо нашу розмову. Скажіть, будь ласка, ви вірите в Діда Мороза? Ну, звісно. Ну, не зовсім, вже декілька років, як ні. А вон Ліза пусть відповіє. Так. Естественно. С ребенком она меня заставила верить опять в Деда Мороза. Знаете, как с детьми все вспоминается. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в каком віці потрібно детям говорить, что Деда Мороза немає? Ну, я думаю, десь років 10, напевно. Ну, до 10 там мені діти самі, здається, догадуються, ну, що там їм говорити. Ну, до 10 хай вони вірять, хай буде ще така сказка. Мені здається, десь в початковій школі, коли він вже. Хоча деякі вірять і пізніше. Ми не говоримо. Да, вона ще до сих пор вірить. Зайчик принес, там Дед Мороз принес, вона до сих пор, ми не говоримо. Наверное, до тих пор, поки він сам не поймет этого. Наверное, вообще не надо. А вам батьки говорили, що Деда Мороза немає? Ні, я поняла, наверное, сама, що його вже нет. Ні, мені сказали зразу правду. Я зразу знала, що його немає. Нет, мы как-то сами по себе уже потом узнавали. Нам батьки не говорили. Нет, наверное, не надо. Пусть сказки живут. Не, я до сих верю. Бабушка мне всегда говорит, что есть. Ну,
одного, що думає з цього приводу миколаївці, навіть дорослі ще до сих пір вірять. Ви прокоментуйте, будь ласка, те, що ми побачили. Скоріше всього, вони шутять. Ну, навірно, зустрічали б кого-нибудь взрослого, хто вірить в Деда Мороза. Звісно, ні. Ну, тобто, якщо говорити про неку таку от патологію, що я от хочу вірити, да, то якщо там дитина говорить, ні, Дід Мороз є, і для нього це сильно важливо. Да? А от так, да. Якщо є, я дійсно бачила такі випадки, коли ти розмовляєш, кажеш, що діда начебто немає. Ні, що ти таке говориш, мамо, ти помиляєшся, він є. От як бути в цьому випадку? Да. Ну, смотрите, опять же, да, какого возраста. Когда какой-то вот критерий все-таки, да, критерием является возраст, и критерием является вот все-таки готовность ребенка, да, воспринять эту информацию. Она обычно, готовность это возникает в этом возрасте, мы говорили. То есть, ну, действительно, очень важно, понимаете, вообще-то не отказаться от этой идеи. То есть, это некое детство, да, это некая сказка и фантазия, которая, кстати говоря, вот мы, психологи, применяем в своей работе. С помощью сказки можно ребенку донести некую информацию, и он ей доверяет сказке, что это правда, да, и помочь ему справиться с некоторыми трудностями. Сегодня есть такое понятие, как сказка терапия, да, и она очень активно развита. Поэтому, ну, если ребенок сопротивляется прямо очень сильно, здесь нужно просто подумать, найти подход к ребенку, да, то есть для объяснений. Ну, да, опять же, создать дальше эмоциональную атмосферу, где будет, опять же, ребенку, вы знаете, когда ему комфортно, когда с ним можно поговорить, но чтобы это не были какие-то перепады, или когда ему совсем грустно, и вдруг вы тему про, ну, отсутствие сказки заводите. Или, наоборот, когда он в каком-то там подвышенном, веселом настроении, вдруг ему тут... А вы сейчас ему такую информацию. А что делать, если вас застукали, коли ви кладете подарунок під ялинку, як бути в цій ситуації? Мамо, ну, це ти? От в такому. Ну, опять же, це є якраз повод для того, щоб поговорити про цю реальність. Правильно? Особливо, якщо це не 5-6 років. Вот, если это еще 5-6 лет ребенку, то лучше здесь сказать, да, Дед Мороз залетел, отдал, я уже думаю, господи, не успевал, так спешил, да, то есть сохранить эту сказку, тут еще можно. И здесь вы не выступаете прямо обманщиками, да, вы выступаете вот теми людьми, которые берегут мир ребенка. Смотрите, когда ребенок вообще маленький, например, до 1 года, кто главный в семье? Кто король? Еще раз. Когда ребенок маленький, до 1 года, кто главный в семье? Мама же, безумно. Нет, ребенок. У кого еще так удовлетворяются все его потребности? И когда еще такое будет в жизни, да? То есть для этого всего есть какие-то обязательно функции, вот то, что существуют такие отношения в мире, да? То есть, например, до 1 года это ребенку даст возможность в будущем доверять миру. А это уже важная идея, да? Что значит доверять? Что меня куда-то примут и посчитают нормальным человеком, да, что я как-то вольюсь, ну, в этот, да, коллектив, что мир достаточно открыт ко мне. Когда-то все равно коллектив поймет про ваши какие-то вещи, недостатки, правильно, и вам придется встретиться с реальностью, что-то кто-то вам скажет, что-то, может быть, кому-то не понравится, да. Но базово для того, чтобы войти в коллектив или, например, начать какое-то новое дело, начать сотрудничество, взаимодействие, мне нужно доверять, что мир все-таки ко мне открыт. И это очень важно. Поэтому и про Деда Мороза не забываем, что это некая сказка на какой-то период очень даже нужна. Розібралися. Так, да. Дякую вам. Не треба поспішати. Якщо ще в 10 років дитина вірить, от хай от цього року, якщо вашим дітям 10 років вони вірять, не варто казати. Да? Давайте почекаємо. Ну, тим більше перед Новим роком. До 10 це все-таки определенна, да, норма для ребенка. Но опять же, смотрите по ситуації, то есть, да, как ребенок воспринимается. Ну, если раніше хоче розібратися, ну пусть он раніше розбереться з этим. Я знаю, діти, які 5 років вже кажуть, як Дід Мороз. Тут важно не задержати это сказочное размышление, ну, на дольший период. Тогда, конечно, ребенок будет уже смотреться как-то необычно и странным в коллективе, да, если он такое, будет продолжать такое верить. 12, 11 и, да, и да, больше, да, років. Да, дякуємо, да, вам. Анна Домиркулат была на звусях. Розібралися. Тепер, що нам робити з Дідусем Морозом?